Спортивно-оздоровительный комплекс компании в Новом Уренгое с программой авторского тренинга посетил известный спортсмен, актер и телеведущий Сергей Бадюк. В ходе двух занятий по 2,5 часа участники успели обсудить немало аспектов здорового образа жизни – сон, правильное питание, подход к нагрузкам, а также выполнить ряд упражнений на гибкость, координацию и дыхание. Эти комплексы, по словам тренера, позволят заниматься в любых условиях и без дорогостоящего оборудования поддерживать организм в тонусе. «Газпром» мне компания не чужая, я работал там много лет и очень радует, что настолько мощно сейчас спорт продвигается, такой центр построен, такое внимание уделяется именно физкультуре, не спорту, а физкультуре. Хочется максимальный объем информации оставить для людей, которые пришли, но я, честно говоря, очень приятно удивлен подготовкой, несмотря на то, что я ожидал гораздо меньше, у них очень хорошо все получается.